kinderen vast in Rusland. De Russische ambassade in de VS heeft gereageerd op het rapport. Rusland draagt juist bij aan de bescherming van het leven en het welzijn van de kinderen. Dat is de officiële reactie. Прогноз погоды на следующую неделю. Вот у нас такой южный ветер, и который несет, кроме тепла, еще и много дождей. Мало солнышка, но тепло. Вы знаете, даже ночи очень теплые. Воскресенье обещают без дождя, но пасмурно. А ведь у нас карнавал на юге. Сегодня у нас такая паста пена с помидорами и такими котлетками. Шторм у нас. Вот так вот пасмурно. Вчера тоже пасмурно, а позавчера была такая чудесная погода, солнышко. Смотрите, что у нас здесь. Солнышка нет, они закрыты. Вот горшки новые, которые купили. Вот муж уже посадил громадные горшки. Посадил вот под три куста. Это. Смотрите, сколько их появилось. Эти я показывала, желтенькие. Но сейчас вот все закрыто. Подснежнички. Вот были открыты еще часик назад. Пошли, пошли. Холодно, ветер такой. Пошли, пошли. Лили. Лили. На, на, на. Лили, Снуп. Снуп. Это уже повсюду, повсюду крокусы. Но солнышка нет сегодня. И они закрыты. А здесь вот такая красота. Смотрите. Это ранние нарциссы, уже тоже на многих газонах они есть. Вот такая красотища. Стало солнышко проглядываться на вечер. Здесь вот крокусы. Красавцы. Вообще эти ранние нарциссы уже недели две цветут. Но просто у меня не было возможности и времени, да, остановиться, потому что в основном это вот на газонах вдоль дороги. Очень красиво, очень мило. А я сейчас отправляюсь на станцию, мне нужно встретить дочь. И может быть вот по дороге, если там уже на полянке много крокусов, я остановлюсь показать вам. У меня есть немножечко времени. Это вот проезжаю английскую школу. Обратите внимание, на газоны уже повсюду появляются крокусы, подснежники, нарциссы. Вот сейчас в конце на повороте там будет эта полянка, которая усеяна крокусами. Я немножечко постараюсь медленно ехать. Вот смотрите. У нас сегодня шторм. И целый день было пасмурное небо. И только вот сейчас стало как-то солнышко перед закатом проясняться. Я еду на станцию за дочкой. Такое небо серовато-голубоватое. Видите, сколько нарциссов будет.
Тут красивые апартаменты. И вот здесь это галявинка, поляночка. Там, смотрю, очень много желтых на той стороне. Желтые, фиолетовые, там вон беленькие. А с этой стороны больше бело-сиреневых. Смотрите. Но хочу сказать, что их стало поменьше. Смотрите, ставят до капел раму. Видите? Деревянную. Ну что, смотрите, какие. Их стало меньше, их не досаживают. Какая красота. Мне так нравятся эти полосатые. Их появится, конечно, еще больше, но все равно, наверное, скоро нужно будет подсаживать, досаживать, потому что их, конечно, никто не выкапывает, они так и остаются весь год. Вот такая красота. Ой. Еще, конечно, они не все, вот будет еще гораздо больше. Надо будет постараться подъехать сюда, показать вам эту красоту. У меня есть видео с этой поляны, по-моему, и в прошлом году, и в позапрошлом. Вот такая красота. Там мужчины работают. Школа здесь вот рядом, а здесь перестраивают дом престарелых. Полностью его тут разваляли, строят новый. Вот такой ветер. Ветер не холодный, но очень такой сильный. Вот, смотрите. Знаете, всегда, когда цветут крокусы, сильный ветер часто ломает.
знаю, видно вам или нет, сколько птиц летит. Чайки, что ли? Очень много. Поезд пришел, длинный такой.